Американский телеведущий Бобби Панахи раскритиковал материал автора Boxingnews24.com Майка Смита, посвященный Геннадию Головкину. В нем Смит заявил, что Головкин в каждом поединке пропускает слишком много ударов в голову. И в этой связи ему нужно стараться досрочно завершить свой следующий бой. Кто пишет этот мусор, иди пересмотри реванш с Канело. Головкин техничный боксер. И у него самый крепкий челюсть. Канело с трудом попадал в голову Трипл G. Хватит выдумывать бои, как это делают судьи, написал Панахи в Твиттере. Журналист зарубежного портала bodyfight.com Том Пенни поделился мыслями о расставании Головкина со своим промоутером. Две вещи по этому поводу. Во-первых, HBO Boxing ушло, и мертво. Это должно было случиться, верно, Лёфлер? Поправьте меня, если я ошибаюсь. Не имеет связи с большими бойцами на других платформах, и большинство его 360 промоушенс это бои клубного уровня на выходных в Калифорнии. Головкин, несомненно, хочет еще один шанс с Канело за хорошие деньги. Хотя, я чувствую, что его желание уменьшается с каждым днем. И наверняка хочет несколько высокоуровневых боев, до того момента, как пик его формы навсегда останется позади. Во-вторых, это освободит Головкина для подписания контракта с DAZN и погони за денежным боем с Канело, или сбора неплохой суммы за избиение тусклого Джермала Чарла. Это наверняка хорошие новости для его карьеры. Лёфлер, хотя и трудолюбивый, никогда не имел финансовой поддержки или влиятельных лиц индустрии за спиной, чтобы продвигать Головкина, когда он еще был убийцей. Из-за этого все вовлеченные партнеры теперь пребывают в забвении, написал журналист. We'll be right back.